о фильме. Это было в сентябре. Угу. А у меня изначально сложилось какое-то негативное отношение к этому, потому что я не люблю эти вторые волны. И мне пришел вызов одновременно от нескольких человек. Я должен был ответить. 3 часа дня меня озаряет мысль. Я начинаю обзванивать людей, а они все начинают задавать вопросы. А зачем, а что, как оно будет? А я понимаю, что если я проговорю это, то ничего не получится. Единственный человек, который отозвался, это был Чигринец, который не стал спрашивать, что ему надо делать. У него какая-то куча работы, ему нужно что-то смонтировать, чтобы... Но он был в таком состоянии, он не мог, в принципе, на бытовом уровне откликнуться на меня, но на мой зов. И я звоню, говорю, есть работа для тебя. Денег нет, немного, но проекты интересные. И он говорит, да. Я приезжаю к нему на Харьковский, и я звоню Шапиру. Он в Москве находился. Говорю, мне нужно сделать говно. Он говорит, о, говно надо варить. Я тебе дам контакт человека, он будет варить. Я говорю, нет, варить нет времени. Ну и через минут 20 он мне выдает рецепт. Держи. Айпад, ты что-то не нашел? Куда он делся? Не запускается. Чем это он так задумался-то? Как же меня достали эти злоидущие... Пишем. Злоидущие фэпс. Вот ведро. Вот лед. Как же ж заебал весь этот ебучий, злоебучий фарс. Yeah.